Армысыздар, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі баспасөз конференциясын бастай. Бүгінгі баспасөз конференциясы Қазақстанда 2 миллиард ағаш отырғызу жұмыстарының барысына арналады. Осы орайда студиямызға келген қонақтармен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Шалабекова Алия Лазарқызы. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін атқарушы Құтпанбаев Ерлан Нұрғанатұлы. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер дегелі алғашқы сөз кезегін Алия Лазарқызы өзіңізге береміз. Рахмет. Құрметті журналистер, құрметті әріптестер, Қазақстан шағын орманды мемлекеттерге жатады. Мәселен, еліміздің орман қорының жалпы ауданы 30 миллион гектарды құрайды және аумақтың 11% алады. Ормандардың ең көп алқаптары Қызылорда және Жамбыл облыстарында орналасқан. Онда негізінен сексеуіл өседі. Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарында майқарағай, самырсын, балқарағай және шырша сияқты неғұрлым құнды ағаш түрлерінің қоры басым шоғырланған. Республиканың ормандылығы 4,19% құрайды. Мақсат 2018 жылғы қабылданған Бон қоңырау аясында республиканың ормандылығы 2030 жылға қарай 5%-ға дейін артыру. В 2020 году в послании народу Казахстана президентом страны поручено в течение 5 лет высадить 2 миллиарда деревьев в лесном фонде. Акиматами утверждены комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы. Более 1,5 миллиардов деревьев будет посажено силами местных исполнительных органов. 251 миллион деревьев будет посажено силами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на территории национальных парков и природных резерватов. А также предусматривается посадка 210 миллионов штук деревьев природопользователями и иными инициативными группами. Основные породы деревьев составляют саксаул и сосна порядка 70%. Оставшиеся виды деревьев – это береза, вяз, клен, плодовые деревья. Значительная часть посадок и посева леса предусматривается на деградированных и пустынных землях Казалардинской, Туркестанской и Жамбылской областях путем создания саксауловых насаждений. Всего 714 миллионов штук. Мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, в том числе объемы посадок леса по областям, запланированы в соответствии с научными рекомендациями и лесоводственными требованиями. План текущего года в количестве 130 миллионов штук выполнен полностью. Деревья были высажены на площади около 62 тысяч гектар. 80% составил саксаул и сосна, и оставшиеся 20% – это вяз, березы и другие породы. В текущем году для выполнения запланированных работ выделено финансирование порядка 12 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета 4,6 миллиарда тенге и из местного бюджета 7,4 миллиарда тенге. Все было приобретено, в том числе техники, 422 единицы для посадки деревьев. На сегодняшний день в республике функционирует 218 лесных питомников на площади 2649 гектар. В последующие годы планируется расширение существующих питомников на 325 гектар и создание новых лесных питомников на площади 282 гектара. При полной их загрузке мы сможем обеспечить выполнение запланированных объемов работ. На следующий год запланировано посадка деревьев в количестве 280 миллионов штук на площади 112 тысяч гектар. Имеется 100% обеспеченность площадями лесоразведения и наряду с выращиванием посадочных материалов силами местных исполнительных органов и подведомственными организациями Министерства экологии, геологии и природных ресурсов мы также планируем приобретать посадочный материал у частных питомников. В 2023 году на производство леса запланирована посадка деревьев в количестве 410 миллионов штук на площади 190 тысяч гектар. И для этого были проведены посадочные работы общей площадью в питомниках общей площадью 584 гектара. И согласно плану выращивания мы ожидаем, что мы получим
посадочный материал в количестве 460 миллионов штук. Кроме того, было собрано 262 тонны семян для выращивания посадочного материала и посева леса на 2022-2023 годы. В целях обеспечения цифрового мониторинга по посадке 2 миллиардов деревьев создана интерактивная карта, которая является компонентом инфраструктуры пространственных данных лесного хозяйства, основанной на применении геоинформационных систем. В настоящее время подготовлена база геоданных с пространственной и атрибутивной информацией о проводимых работах по посадке 2 миллиардов деревьев по территории всей страны. В базу данных внесены сведения из утвержденных комплексных планов по производству лесов и лесоразведению в разрезе областей. Интерактивная карта содержит разные слои с отображением наименования учреждений, филиала лесничества, квартала и выдела. И также здесь можно увидеть информацию о площади в гектарах, породу деревьев, которая высаживается, количество деревьев, сведения о существующих лесных питомниках, сведения о выкопке посадочного материала по учреждениям, комплексные планы по посадке 2 миллиардов деревьев. Геосервис позволяет отображать в картографическом виде все планируемые показатели по областям, а также следить за качественным исполнением утвержденных планов. И, кроме того, разработано мобильное приложение Urban Map, в которое добавлена следующая функция. Это определяются границы государственного лесного фонда областей, лесистость областей, площадь посадки, участки запланированы для посадки леса. И имеется инфографика по посадке и посеву деревьев и поиск лесничеств. На сегодняшний день интерактивные карты приложения Urban Map работают в штатном режиме. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Рахмет, Алия Лазарқызы. Рұқсат етсеңіздер, сұрақ және жауап бөліміне көшсек. Алғашқы болып өзінің сұрағын Бағдат Асылбек жолдапты. Оқып өтсек. Бағдат Асылбек, радио Азаттык. По новому законопроекту запрещены собачьи бои, однако они проводятся, и часто об этом сообщают волонтеры и зоозащитники. Известны ли вам факты проведения собачьих боев, к примеру, в Алматинской области, в селе Узунагаш? Какие меры будете предпринимать, чтобы не допустить их и привлекать виновных к ответственности? Спасибо за вопрос. Учитывая то, что сегодняшняя конференция посвящена посадке 2 миллиардов деревьев, да, я предлагаю дать ответ в письменном виде. И сейчас, как вы знаете, данный законопроект уже нашел одобрение в мажилисе парламента. Сейчас он рассматривается депутатами Сената. И по результатам этого рассмотрения, я думаю, что можно выйти с отдельной... Да-да, конечно. Также второй вопрос, да, у него связан с зоозащитой. Я думаю, мы отправим этот вопрос в пресс-службу, да, министерства. И в ближайшее время, думаю, получим ответ. Хорошо. Марина Низовкина, редактор издания «Вера КИЗ». Как будет распределяться количество необходимых региону саженцев для посадки? Как я уже отметила в своем докладе, в самом начале, прежде чем мы приступили к непосредственной посадке деревьев, были разработаны и утверждены комплексные планы, в которых каждый регион определил для себя тот показатель, к которому он должен стремиться для выполнения поручения президента. И все показатели закреплены за местными исполнительными органами. Поэтому здесь вопрос о как распределяется посадочный материал, он распределяется в соответствии с комплексными планами. Спасибо. Как будет отслеживаться, живы ли саженцы, или, а если нет, кто и какую ответственность будет нести? Саженцы, приживаемость саженцев отслеживается. А в настоящее время мало посадить это дерево, нужно еще обеспечить трехлетний уход для того, чтобы этот маленький росток не погиб. И это обеспечивается силами местных исполнительных органов и наших подведомственных организаций. Это обязательное условие для выращивания деревьев. Спасибо. Следующий вопрос свой задает Ержан Утепкалиев, Первый канал Евразия. Ержан, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Ержан Утепкалиев, Первый канал Евразия. У меня вопрос. Вот есть ли определенный период при посадке как раз-таки деревьев, то есть определенное время, сезон? Скажите, пожалуйста, когда должно соблюдаться, в каких рамках должно высаживать деревья и в каком объеме? Есть ли какие-то ограничения или какие-то места, вот по ним ограничения? Спасибо. Вопрос очень правильный.
есть весенние и осенние посадки. Весенняя посадка у нас завершается в июне месяце, в зависимости от региона. И осенняя посадка, она завершается с наступлением холодов, если мы говорим про посев саксаула. Более подробно, я думаю, расскажет Ерлан Урганатович. Спасибо за вопрос. У нас весенний посев, посадка леса начинается с состояния снегов и отхода заморских почвенных слоя и зависит от климатических условий нашей республики. То есть в южных регионах она начинается уже в конце марта месяца, а в северных регионах в начале мая месяца начинается, заканчивается итоговая весь посадка где-то в июне месяц. В начале июня месяц, первой декаде. А осенняя посадка начинается после конца сентября месяца и до, как Аля Лазарна сказал, до заморских, почвенных заморозков. Это где-то примерно первая декада декабря. Это то есть, с чем это связано? Заморозки, то есть, не дают корням, получается... Это почва же. Там посадку провести потом тяжело будет. Просто есть случаи, когда как раз-таки снимают многие жители города, как столицы, так и других городов, регионов, в заморозки, зимой, во время снега прямо уже высаживать деревья. Вот что можете сказать по этому поводу, куда нужно обращаться и про законно ли вообще это действия такие? Ну, давайте сделаем в лесном фонде, вот у нас весенняя, осенняя посадка, которую мы вам рассказали. А в городских агломерациях, то есть в населенных пунктах, она с комом земли, она может сажаться круглогодично. Потому что у деревьев каждой, да, есть свой питательная среда, то есть это ком земли, да, который они... Вот в связи с этим его можно круглогодично сажать. Если у них есть правила, которые курирует МИР, Министерство инфраструктуры, то в этом же правилах она все указана полностью. Как проводится посадка, полностью там указано. Эти вопросы полностью курирует уполномоченный орган местных исполнительных органов. Расскажите, пожалуйста, вот с прошлого года была анонсирована вот эта вот программа по посадке 2 миллионов деревьев. Сколько высажено, то, что озвучите снова цифры, и сколько из них выжило? Вы сделаете какой-то анализ? Вот, и следите ли вообще за посадкой деревьев? Кто должен следить за, в итоге, теми деревьями, которые были посажены? Контроль и надзор со стороны уполномоченного органа есть. Имеется правило проведения инвентаризации лесных культур, то есть, да, посадки. Это проводится лесовладельцами, то есть самим лесхозом. Да? И контрольные ревизии полностью проводятся подразделениями в областях уполномоченного органа, то есть территориальными инспекциями лесного хозяйства. Эти все полностью проводятся, определяется приживаемость. В каждой области есть нормативные приживаемости от климатических условий. В связи с этим на сегодняшний день все нормативы выполнены. Можете сказать, озвучить цифры, сколько составляет приживаемость на данный момент? Мы полагаем, что здесь должна быть приживаемость деревьев должна составлять 65%. Если, к сожалению, может быть засушливый год или сильные морозы, да, когда те саженцы и сеянцы могут замерзнуть, да, то здесь идет их до посаживают новые растения, да, для того, чтобы не было там прогалины, где пустоши, да, где уже посажены деревья. И мы ориентируемся на 65%. К сожалению, это все зависит, опять же, от климатических условий. Вот, допустим, про тот саксаул, про те саксаулы насаждения, о которых мы говорили, там приживаемость составляет очень низкая, порядка 20-25, не выше, да, учитывая то, что очень такие суровые условия для насаждений. Да? Это, по сути дела, пустыня, где высаживаются саксауловые насаждения. И сейчас, вот как мы сейчас занимаемся, кроме того, посадкой деревьев на осушенном дне Аральского моря. И вот именно там будет, как я сказала, 20-25, не выше, процентов приживаемости.
Что в итоге предпринимается, если большой убыток приносит наоборот? Как? Если большие такие убытки, допустим, приживаемость плохая, деревья все-таки были закуплены или взрослены, на них были потрачены суммы определенные. Может быть, даже по сумме скажете, сколько было потрачено на как раз-таки те деревья, которые не прижились. Сколько в итоге не отдало, так скажем, результата? Вот, как я уже говорила, на первый вопрос, я, кажется, отвечала, да, что когда высаживаются деревья, еще идет трехлетний уход за ним. Да? И вот этот трехлетний уход, это и есть показатель того, выживет ли это дерево. Да? И здесь вот опять же есть субъективные и объективные причины, когда субъективные — это вот природные, да, причины. Но если действительно там только нерадивый лесовладелец позволил этому дереву погибнуть, да, то это ответственность уже лесовладельца. И я думаю, что вот сейчас мы, учитывая то, что у нас только первый год, да, исполнения этого поручения, на следующий год мы можем уже посмотреть действительно, сколько прижилось, да, и с этой информацией мы, в общем-то, выйдем и поделимся с общественностью. Хорошо, у меня еще один уточняющий небольшой вопрос. Сумма затрачена на 2 миллиона деревьев, как раз таки посадки. 2 миллиарда деревьев, да, на сегодняшний день было потрачено порядка 12 миллиардов. А в общем планируется сколько? А в общем планируется порядка 81 миллиарда на 2 миллиарда деревьев. Спасибо. Рахмет, Ержан, Казинформ, Давлет Эстілеу. Қайырлы күн. Менде екі сұрақ бар. Бірінші сұрақ осы әріптесімнің сұрағын жалғастырғым келеді. Жалпы ағаш отырғызу процесі бойынша. Ағаш отырғызу бүгінде республика бойынша жүріп жатыр. Осы орайда қай өңірлерде, яғни қай облыстарда ағаш отырғызу жақсы деңгейде жүріп жатыр? Яғни отырғызылған ағаш әрі қарай жалғасып жатыр, өсіп жатыр деген сияқты. Немесе қай өңірлерде ақсап жатыр бұл ағаш отырғызу процесі? Және неліктен, осы туралы айтып берсеңіздер. Сұрағыңызға рахмет. Жаңа алдында баяндамада айтылғандай, әр облыстың кешендік жоспары бар. Әр облыста сол кешендік жоспарларда отырғызылатын ағаштың саны көрсетілген. Әр облыс сол жоспарды толыққанды орындады. Сондықтан бұл жерде бөліп жарып, мына облыс мақты, мына облыс төмен деп айту мүмкін емес. Өйткені көрсетілген меже, көрсетілген көлем осы 2021 жылға толық орындалды әр облыспен. Барлық облыс бойынша биылға жоспарланған 100% орындалды сіздің айтуыңыз. 100% орындалды. Жақсы. Екінші сұрақ, кеше осы жерде цифрлық министрлік брифинг өткізді. Сол брифингте айтылды, Қазақстанда ормандарды ғарыштан мониторинг жасауға болады ормандарға. Сол биыл жүргізілген мониторингтің нәтижесінде, цифрлық министрліктің мониторинг нәтижесінде Қазақстанда елімізде 2641 полигон, орман полигон ағаштар кесілген. Осы бойынша министрлік тарапынан сіздер ағаштарды, ормандарды заңсыз кесу алдын алу бойынша, соны қорғау бойынша қандай да бір шара қабылдап жатсыздар ма? Иә, ол жаңа интерактивті карта, геоинформационный система дейді ғой, жүйе, ақпарат министрлігімен бірлесіп жасалған. Ол жерде біздің 4 геопорталымыз бар. Біріншісі жаңағы өрт қауіпсіздігін анықтау, екіншісі орманды заңсыз кесуден қорғау, үшіншісі орманда заңсыз құрылыстар жүйесін салу, төртіншісі жаңа ғана баяндамада айтылғандай, орман жаңарту түрлерін интерактивті карта жасалған. Осы төртеуі сол геопорталда. Қазіргі уақытта еліміз бойынша 111 заңсыз ағаш кесу тіркелген. Биыл? Иә, биыл 2021 жылы. Оның ішінде жаңа кесілген ағаштың көлемі 5000 метр, текше метрді құрайды. Жалпы келтірілген залалдың көлемі 97 миллион теңге. Оның бәрі біздің инспекторлармен анықталған. Сонымен қатар осы бірінші желтоқсаннан бастап қылқан жапырақты ағаштарды қорғау акциясы өтіп жатыр. Әр мекемемен, осы Қазақстандағы әр мекеме, әр ұлттық парк, әр қорықпен осы жұмыстар атқарылуда. Одан бөлек бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде ағашты кеспеу жайлы көптеген ақпараттар беріледі.
Тағы бір нақтылау сұрақ, осы 2 миллиард ағаштың ішінде шетелден сырттан Қазақстанның табиғатына тән емес ағаштарды отырғызу бар ма ондай? Жоқ, бұл жерде бұл 2 миллиард ағаштың ішінде тек қана осы Қазақстанда өзіміз өсіріп, осы Қазақстанның климатына, Қазақстанның табиғатына тән ғана ағаштар отырғызылады. Жақсы, рахмет. Рахмет, Дәулет. Осымен бізге келіп түскен сұрақтар аяқталды. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Баршаларыңызға алғыс білдіреміз. Вот этот ассортимент успели сегодня, по-моему, тоже так. Сколько?